Всем привет! Четвертая серия турецкого сериала «Королева» выйдет 12 апреля. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через день. Если вы не хотите, чтобы Атеш и Денис развелись, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Атеш был в шоке, когда узнал, что Денис продала свое обручальное кольцо, и он не понимает, зачем она это сделала. Денис как-то говорила ему, что снимет это кольцо только тогда, когда их любовь закончится. Он попросил посмотреть ему в глаза и сказать, действительно ли она закончилась. И их разговор пришлось прервать, потому что Али вернулся домой, и его лицо было в крови. Он объяснил, что на него напали несколько человек и попытались выяснить, когда они им вернут долги. Атеш сразу же отправился к тем, кто избил Али. Денис уважает такой поступок, но для нее это ничего не меняет. Утром Денис сдала Атешу папку с документами на развод и попросила их подписать. Но он не хочет этого делать. Атеш порвал документы и бросил их в лицо Денис. Она предупредила Атеша, что если им не удастся развестись по договоренности, то тогда придется подавать в суд. Но если Денис хочет бороться, то Атеш готов пойти и на это. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.